Всем привет! Так, пишу очередной телефончик на распаковочку и небольшой такой коротенький обзор 86200. Ранее уже телефоны приходили ко мне неоднократно. И вот пришел очередной телефон. В комплекте у нас тут зарядное устройство USB-шное. Так, потом USB-кабель стандартный. Наушники Nokia, тоже стандартный, там надпись даже есть на них, Nokia, да. Диск OVI, потом manual на английском языке, ну и собственно сама коробочка, а вот и сам телефончик у нас здесь. Сейчас откроем это все в сторонку, отложим. И посмотрим, что у нас здесь пришло. Пришло у нас, значит, все в пленочках. Почти, кроме задней части, конечно, не в пленке, но... Ну да ладно, пленку я снимать не буду. Вот все лежит плотненько. Вот из всей серии 80-х моделей мне, наверное, это нравится больше всего. Классная модель. Вот это, кстати, фиговина. Для тех, кто не знает, прозрачная. А, сама такая не черного цвета, темного. Вот. И когда клавиатура светится, она так прикольно там. Через нее свет пробивается, видно клавиши, там все дела. Камера тут на 2 мегапикселя. Качество, в принципе, неплохое. Но плохо, что без этой. Без вспышки. Вспышка, конечно, была бы кстати. Почему не поставили вспышку здесь? Хрен его знает. Ход шлейфа хороший. Такой чувствуется, знаете, такое, как бы, как объяснить, усилие чувствуется. То есть не то, что я там, как бы, я его почти, да, ну, чуть-чуть подталкиваю, но все равно он потом сам выезжает. Чувствуется, конечно, такое хорошее качество. Сборка отличная. Заглянем, что там у нас под крышечкой. Откроем. Вот у нас stainless steel, даже там, ну, ёпрошу мать. Такая крышечка у нас металлическая. И батарейка, как всегда, клееночкой закрыта. Для того, чтобы аппаратик по дороге не включился. Нечаянно. Батарейка у нас тут BP5M. С таким логотипчиком Nokia. Оригинал. Он у нас тут переливается, на камеру не особо видно, но он там, изображение у него того, в глубину дается. Так, вот у нас тут все чистенько, все хорошо. Так, так, это все одевается, да? Вот так вот, хорошо. USB разъемчик. Так, тут, ага, кнопочка, все. Закрываем. Так, это как бы, ага, вот так. S, все. Все прилегает плотненько, все красиво, можем даже поувеличивать, посмотреть там чего, если вдруг чего. Так, 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 все в порядке. Тут у нас тоже все хорошо. Так, все нормально. Физических повреждений в дороге не приобрел. Клавиатура. Вот. Так, так. Ага, все хорошо. Все у нас тут замечательно. И включаем телефончик. Так, он включается быстро. Без тормозов. Русский язык уже стоит. Батарея полностью заряжена. Звук такой качественный, хороший. Так, что-то у нас там Bluetooth включен, надо его вырубить, а где его вырубать, вот, немного не помню, органайзер, не органайзер, будильник, шмудильник, так, это у нас что, а это что, это что, это ничего, джойстики управлять можно, как вырубать, этот самый, так, журнал, галерея, приложение,
Или коллекция. Не помню, как вырубать тут Bluetooth. Наверное, в настройках. Так, настройки зайдем, посмотрим. Так, дисплей. Сейчас еще тут, может, яркость поднимем, параметры, режим изображения, экранная заставка, экономия энергии. Так, размер шрифта, экранная заставка, экономия энергии. То же самое. Световой индикатор даже есть. Прикольно. Так, ладно. Так, так, так. Дисплей. А что, где яркость ставить? Темы. Режимы. Обычный, без звука. Это не то. Это у нас темы, сигналы, дисплей. Ладно. Вот подключение устройства. У нас здесь. Bluetooth, да. Bluetooth. Включить, выключить. Bluetooth у нас выключен. Так, а как там у нас проверяется звездочка 4.0? Кажись, решетка, да? Результат неизвестен. Ой, не помню, как проверять. Или не 4.0. Ладно, потом разберемся. Я что-то неправильно набрал. Наверное, звездочка решетка. Звездочка решетка 4.0. Решетка. О! Все, точно. Вот у нас инфа по телефону. Так. Тут у нас, значит, Nokia 8600 Luna. Версия прошивки 0404. 0.5.11. RM 164. Так. Language 0404. Nokia. Серия E. Вот это я не помню, что там E обозначает. Что по регионам или что там. Вообще они разные. Есть E, C там, по-моему, еще какие-то. В общем, не особо важно. Так, по менюшечке у нас тут что? А как же у нас с экраном? Яркость экрана, параметры изображения, активный фоновый рисунок, мультизначки, логотип, оператор, индикаторы, соты. Так. Экранная заставка. Отключил выкол, экономия энергии. Так, спящий режим, световой индикатор. Ну, блин. Ладно. Телефон, может, здесь. Языковые настройки, защита, блокировка, приветствие, запрос. Так, что-то нигде не видно. Не обращайте внимания, что найти не могу, потому что я как бы не особо тут знаю, что где в этом телефоне. Вот. С подобных телефонов, кстати, я уже делал звонки. И мне очень нравится звук микрофона и динамика. Когда разговариваешь с собеседником, такое ощущение, как будто непосредственно с ним напрямую вживую разговариваешь. То есть очень качественные микрофоны и динамики. Не знаю, почему на современные смартфоны такие не ставят. Пусть там даже на $5-10 дороже будет, но, по крайней мере, блин, будет качественный звук отличный. Вот. Почему такое не делать? Может, дело, конечно, и в поставщиках, что для всех запчастей одинаковые, типа там этот самый по стандарту идет, и поэтому вот так вот. А Nokia, короче, раньше для себя производила, хотя она для себя никогда запчасти не производила, ну, по крайней мере, по заказу делали для нее. Вот, поэтому вот, это может быть и дело. Вот такой вот у нас телефончик. Еще раз посмотрим внешний вид его. Экранчик наш. Экранчик, в принципе, видно нормально. Читабельно. Придираться не к чему. Особо. То есть это просто телефон, не как смартфон, не это самое. Лес звонилочка такая красивая. Так, а что не светится? Клавиатура надо что-то там, наверное, выставлять. Или световой индикатор, наверное, что-то там раздупляется. Ну да ладно. Не сильно важно. Так. Что там у нас? Что нас интересует? Интересно. Так, так, так. Еще раз посмотрим. Это у нас кнопочки. Кстати, звук, регулировка громкости. Это у нас. Так, в таком положении у нас клавиатура тоже активна. Вот так вот. Так, так. Ну, в общем-то. В общем-то, все. Что тут смотреть больше нечего, разве что только внешним видом любоваться. Телефон красивый, респектабельный. Металл. Пластик, стекло это, наверное, не это тоже пластик, стекла здесь нету. Ну, все в основном
металлическая. Ну, как в основном, я бы сказал, наверное, 50 на 50. 50% пластика, 50% металла. Потому что шлейф там, вот есть тоже механизм, по которому он ездит, ну, то это тоже металл. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Такой вот телефончик, господа.